Привет, ребята. У Насти. Настюша, подайте соли, пожалуйста. Подождите. У нас сегодня, ребята, гречка. Ой. С чем? Гречка с подливой и мяском. Филешка, да? Да, филешка курицы была по скидке в Нетто. Но она в холодильнике уже 3 дня. Не, нормально все. Нормально? Угу. Они, кстати, разрезали, прям можно было отбивные делать так ровненько. Да? Угу. А чё ж ты не сделала? А когда ты будешь делать? Зрители сюда спрашивают об этом. Когда? Когда? Угу. Да ты ж не даешь. А что я не даю? Готовь. Кухня общая. Ага. Настя, ну блин, если тебе нравится, то готовь. Нет, мне нравятся танцы. Вчера зрители повеселили меня. В эфире? А, вчера у нас был дискотека была, клубный вариант дома. Меня зрители поддержали. Долго танцевали. Кстати, сколько часов я танцевала? Эфир был. Сколько часов танцевала? Я даже не читала. Ой, 2 часа, по-моему. 2 часа, я просто зажигала по полной. Ну, не по полной. Так на... Потому что соседи подержат. Настя, хотела бы я видеть, что так кто-нибудь бы перед камерой просто так бы в эфире танцевал. Ага. Молодец. Нравится. Ребята меня поддержали. Мне понравилось. Все-таки хочу ходить на танцы, пока не поздно, пока не 70 мне лет. Хотя можно еще сделать. Да, и 70, да, в принципе, можно. Ну, знаю, как в Америке, да, в Америке ходят бабушки, дедушки, занимаются танцами, бальными танцами, разными, ну, видами. Ну, поняла вот так, девочка, что ты смотришь. У нас в Харькове. В нашем центральном парке сделали такую ретро-площадку. Это еще лет, я не знаю, сколько назад. 10, наверное. Где-то лет. Ну, я не, честно, сейчас не знаю, честно, да. Но они сделали такую ретро-площадку. И там приходят пенсионеры. Они танцуют, им там нравится. Вообще классная для них зона. И вот, поэтому вообще... Да, мои родители, когда приезжали в Харьков, смотрели, как все дедушки, бабушки танцевали, они улыбались и говорили, боже, как замечательно дожить до такого возраста, что ты приходишь со своими друзьями, со своим мужем, и вы просто вместе наслаждаетесь, танцуете, включают там, да, ихние такие песни, которые и молодежные включали, и ихние песни. Большинство их. Да. И они отдавались душу свою, как это сказать, все свое тело, они, ну, душа, знаете, типа говорят, вот я постарела, а душа просится в пляс. Да. Классно. Поэтому, если у нас есть стремление к танцам, то я ей говорю, давай записывайся, что ты сидишь. Нет, я не могу найти именно то, что я хочу, нас нет. Ты говорила, ты нашла что-то. Нашла, но то не то. То, да? Типа, то, что Диана занимается, как она называется, не знаю. Full dance? Да. Ну такое, типа, зачем? Я такое не хочу. Это бред. Хип-хоп? Угу. Что хип-хоп, а что такое? Я хочу с ногами хорошо проработаться. Более пластичность, ну, типа, понятно, но то я не хочу. Мне надо с ногами проработать конкретно. И руками. Движения какие-то, чтобы я в дальнейшем могла, знаешь, сама, типа, захотела, встала себе, придумала движение. Но мне надо походить. Это же связка называется. Ну, связка, да. А ты в детстве ходила на танцы? Да. С 1 класса по 9 класс я ходила. Я занималась танцами, я занималась легкой атлетикой, я занималась футболом, ездила на соревнования по городам, по областям много раз выигрывала по... Не атлетикой, а по... Ой, блин, короче, неважно, когда... Бегать, вот это все, прыжки и так дальше. Я уже не помню, как это называется. Папа, ну, папа тренер, поэтому все так было. А после школы, конечно же, все, я думаю, это всех девочек, мальчиков, все уже, да, да. Каждый выбирают. Я тоже куда я не ходила. Акробатика, бассейн, танцы, баскетбол. Да, баскетбол, да, в итоге.
Ну, по крайней мере, попытались. Надеюсь, что я переживала, чтобы у меня там был плоский живот, чтобы у меня были кубики. Я качала пресс. Были кубики. А сейчас у меня просто 3 параллельных кубика на животе, которых надо отбрасывать как можно скорее. Как тебе моя речка? Ну, ты же, наверное, забыла ее помыть. Я помыла ее? Нет. Да. Нет. Помыла. Врешь. Помыла. Не ври. Забыла. Ну вот. Держу и уже думаю, что вам сказать. Ребята, с октября на нашем канале вы увидите, ну, со середины октября, нового персонажа, постоянного персонажа. Да-да. Он вас удивит. Он или она, догадайтесь. Да. Собака или человек. Он вас удивит. Я думаю, вы его полюбите. Классный вообще персонаж. Такой интересный очень. Будет сниматься у нас на нашем канале. Мы уже все обговорили с этим человеком. Он только рад. Почти, да? Почти, но держался. Так что не забывайте нас. У нас наперед уже все продумано для вас. Будем показывать. Рассказывать. Я думаю, вам понравится. Ну ничего, у нас такое, более-менее правильное питание. Угу, я же не хочу есть. Хочешь? Настя не любит, кстати, такую еду. Ей бы пиццу, да? Что? Да. Сейчас сделаю заучик апачи. У тебя же были обычные. Когда? Нет. 2 месяца назад. Не хочешь туда рассказать, как ты ошиблась с этим тортом? А что? А. Думала, это чизкейк. А оказалось, не чизкейк. Пила, значит, я вчера в РВ. Мне зараз гормони, як мені пишуть постоянно. Тому я хочу солоденького. Купила, значит, решила купить сладенькое, захотела торта, не было с клубникой, надо было идти в нет, а я пошла в рынок. Маленький выбор был, значит, думала, ну возьму чизкейк, нарисованный сливки, я думала, то сливки. Как будто, да? Да. Да. Оказалось, это просто, сейчас вам покажу, как он выглядит. Ой, я уже попробовала кусочек, ну сегодня я уже начала есть его. Вот. Не знаю, плохо вам видно или нет. Нормально видно? Нормально. Вот, чизкейк такой в РВ продается. Сколько? 8,49 или 6? 6. 6,49 кило 250. Ну, написано кюхен, но... Вот, да. Короче, вот эта штука. Это сыр, творожное масло, взбитое. Просто сыр взбили его. А мы думали, что это именно как чизкейк идет. Чизкейк, я думала, сливки. Ну, это так творог. Написано... Чизкейк. У меня ассоциация с детства. Я не переношу молоко. Мама сама не любит тоже молоко, но папа изготовляла такие всякие вот эти штучки. Я такое вообще не хочу. Но я понимаю, что это деньги, надо есть его. Не, ну просто было написано реально чизкейк, поэтому мы повелись. Да. Ну короче, как-то так. Обидно, конечно, но будем доедать. Перед курсами, после курсов. Ну, нормальный. Не, нормальный, да. Вполне, кстати, по крайней мере... Натуральный, как мне кажется, творог. Я против вот этих всех замороженных тортов. Ну, да. Ну, тут только в микс-маркете свежий торт можно найти. Либо в пекарнях, да? Угу. Ну, пекарни дорого, я думаю. Дорого? Я думаю, на день рождения, все-таки на свое день рождения я хочу сделать торт.
я не знаю, я в этом году не хочу, я не буду загадывать, потому что дата будет не такая, мне не нравится эта дата, уже старею. Да, как персонаж уже будет здесь. Ну и персонаж, да, этот будет. Все, памяти нет. Нормально вообще. Что? Что? Зачем ты меня сейчас снимаешь? Тю, так ты же видела. Я не видела. Ну память закончилась, что, надо попрощаться со зрителями, я еще доедаю вообще. Я распробовала, значит, чизкейк, ребята. Нормально, но слишком сладкий, приторный такой. Сыр? На любителя, да. Но, как вы можете видеть, здесь творог, именно взбитый творог уже. Ну, нормально. В принципе, можно с чаем, с кофе, да. Сойдет, кусочек максимум. Очень калорийный. Кто любит творог, покупайте. В общем, ребята, пишите, как у вас дела, как настроение. Сегодня уже 3 сентября. Как у вас началась осень? Как у вас погодка за окном? У нас прохладная. У меня агрессивно началась эта осень, я не знаю. Только я прям чувствую ее, у меня агрессия появляется. Ты не любишь, да, холод? Депрессия? Нет, я вообще не ненавижу холод. Ну, ты и жару не любишь, Настя. Нет, вообще жара, но не холод. Ну, ладно. В общем, пишите, ждем ваши комментарии. Сегодня встретимся в эфире. Всех вас любим, всех целуем, обнимаем. Ставьте лайк обязательно. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока. Пока.